Привет тебе, автолюбитель! Это АВБай, а это результаты июня. И сходу к продуктовым обновлениям. Перезапустили на сайте сразу три раздела: сельхозтехнику, прицепы и водный транспорт. Теперь это все работает в едином дизайне с остальным сайтом. В личном кабинете продавцов появился весь необходимый функционал. И самое главное, теперь в этих разделах тоже работает темная тема. Скоро затащим их и в прилаги, ну а пока наслаждайтесь веб-версией. Типа вроде съели, да? В карточке авто и в листингах моделей появился блок похожих моделей. Полезный функционал, который поможет новым пользователям лучше ориентироваться на рынке авто. Не-не-не, вот будет точка. Прямо сейчас в нашу команду открыто сразу три вакансии. Специалист по SMM, активный продавец рекламных продуктов и корректор в редакцию. Если это вы или ваши друзья, откликайтесь на работе Бай, будем коллегами. А база объявлений авто за месяц упала на пару процентов, как и общая аудитория. Это вполне логичный летний тренд, рост активности увидим уже ближе к осени. А вот в запчастях все наоборот. База объявлений впервые превысила 3 200 000 объявлений. Сейчас это самый быстро растущий раздел на АВ. Если вы еще не выбираете запчасти у нас, то давайте уже, че вы как эти, открывайте приложение и вперед. В начале лета мы уже в 7-й раз посетили выставку Белагро и подготовили 2 больших материала о новинках сельхозтехники и 1 видеорепортаж. Чуть позже вышел ворох публикаций о мотоциклах. Буковки какие там? E, Z, F, R1, да? Так владельцы рассказали нам о Yamaha E, Z, F, R1, Suzuki Bandit GSF 650, Suzuki Intruder VS 800 и редчайшем Triumph Thunderbird 900. А 2 жителя Брестской области продемонстрировали 2 уникальных автомобиля. Chevrolet Suburban и Mazda 929 1985 года выпуска. Также мы продолжили писать об электрокарах. Вышли материалы о BYD Yangwang U8, способном разгоняться до сотни за 3,6 секунды, и ремонте полностью разбитого BYD Seal. Еще мы заглянули на встречу клуба Mercedes-Benz, пообщались с владельцем 17-летней Audi A8 D3, бодрой BMW 740 IL с 4,4-литровым V8 M62. Ну, не в багажнике, да, окей, хорошо. Далее. В середине месяца вышло большое интервью на тему ввоза автомобилей из Кыргызстана и доплаты утиль сбора. Ну а после мы сами посетили пункт пропуска Беньякони, где скопились огромные очереди из фур. Нельзя обойти вниманием и большое интервью с генеральным директором завода BLG. Еще мы побывали на презентации новой BMW X2, Хайма, Jack T9 и посетили открытие нового салона Geely в Минске. Больше всего просмотров на нашем YouTube-канале в июне собрал видос про машины из Малиновки. Ролик подобрался уже к 200 тысячам просмотров. Про машины из Малиновки! Это ж надо как неожиданно! Кстати, наша видеоредакция сгоняла в Евротрип, и первый видеоматериал про авто из Польши уже размещен на нашем канале. Не пропустите эту серию, мы правда старались, и это первый такой опыт. А в ТикТоке на 108 тысяч просмотров залетает ролик про необычную трактористку. Такой вот полугодовой рубеж. Ну а ты подпишись на канал и смотри новые ролики. Только за рулем не смотри, за рулем на дорогу смотри. Пока!